Всем здарова, ребята, с вами я, Валерий23, и вы попали на новый видеоролик. В этом новом видеоролике вы услышите от меня новости. А перед тем, как посмотреть мой новый видеоролик до конца, нажмите на лайк, на кнопку подписаться и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видеоролики. А я вам желаю приятного просмотра, а мы и начинаем. Ну что, ребята, слушаем новости, которые я для вас сегодня подготовил. Сразу я вас предупреждаю о том, что на данный момент прохождение игр на ПК и на телефоне не будет. Хотя, возможно, будут прохождения различных игр. Но это не точно. Сейчас я отвечу всем на самый задаваемый вопрос всем. О том, что когда же будет продолжение игры Metro Last Light Complete Edition и Soma. А я вам отвечу так. То, что в последнее время мне сейчас для вас неудобно снимать видеоролики. Потому что в моей стране выключают свет по графику. Из-за этого я на своем канале долго не появляюсь. Недавно я столкнулся со своей проблемой в том, что мой компьютер не работает. До этого он работал. Но сейчас я собираюсь на данный момент выяснять, в чем проблема у него. Когда я выясню проблему, то я вам обязательно сообщу об этом. Обязательно. Если все было мирно в моей стране, то я для вас выпускал видеоролики часто. Но ситуация у меня за окном серьезная и страшная, которую я вообще на данный момент подробно вообще не хочу обсуждать. Вот так. Сейчас у меня такие планы, то что в этом году накопить деньги и купить себе новый компьютер. Хоть какой-то. Который я вам говорил в итогах 2023 года. Если получится, то это хорошо будет. То, что я в этом году приобрел компьютер новый. Но чтобы приобрести новый, вы сами знаете. То, что для этого мне нужно иметь деньги. Просто так я не смогу купить компьютер. Я знаю о том, что я в этом году очень мало загружаю видеоролики на свой канал. Не переживайте. Я буду выпускать видеоролики часто. Это как будет время. И как повлияет ситуация у меня. Все будет, я вам обещаю и гарантирую, но только нужно ждать. Я надеюсь, то, что вы меня понимаете, то, что у меня происходит в стране.
и из-за чего я не выпускаю вам видеоролики. Вот так вот. Кстати, я хочу вам напоследок сказать. Напишите в комментариях игры, которые есть на Android, очень интересные. И я тогда выберу ту игру, которую вы бы хотели увидеть на моем канале, и я попробую ее пройти. Мне очень интересно, какие вы игры мне посоветуете. И я тогда попробую пройти и снять для вас. Так что дерзайте, я буду ждать. Ну что, ребята, наш новостной видеоролик подходит к концу. Надеюсь, то, что вы меня все поняли. И я понял вас, то, что вы хотели много всего увидеть. Главное, вы меня поняли. Итак, спасибо вам за просмотр. Оцените видеоролик лайками, комментариями. И не забываем оформлять подписку на мой канал. С вами я был, Валерий23. Мы с вами увидимся в следующем видеоролике. Так что всем пока. До новых.